поводу этой свалки, там уже сегодня утром работают наши сотрудники, ее фактически всю уже вывезли. Вот. Что касается, откуда она там это появилась, через дорогу от этой свалки находится Новобудова, дом еще до конца не заселен, не установлены контейнера, на руководство ОСМД составлены уже админматериалы, и сегодня до конца рабочего дня они пообещали, что будут установлены мусорные контейнеры. И я думаю, в дальнейшем уже мы эту ситуацию поборем.